Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр. И давненько я вам не рассказывал ничего о классных манежах, кроватях. И подчеркну здесь, наверное, ключевое слово именно кроватях, потому что сейчас, знаете, народ больше склоняется уже к покупке манежа кровати, нежели чем вот эти деревянные, здоровенные, неудобные, на которые нужно полночи тратить, сидя вот так с инструкцией на сборку этой кровати, потом ее куда деть. Ну, в общем, и они дороже обычно бывают, если они хорошие, чем манежи кровати. Поэтому сейчас уже больше люди пользуются манежами кровати. И так вы получаете и кровать, и манеж, и мобильность. Взяли, сложили с собой в отпуск, взяли, полетели, в гости куда-то поехали. Ребенок будет спать в чем-то своем, родном, запах родной. И у него не будет такой переклиматизации, назовем ее так. И сегодня мы рассмотрим с вами действительно премиальный, хороший, качественный манеж от компании 4Moms. Это американская компания. Breeze 5 Plus называется. Breeze 5 Plus называется моделька. Сейчас я его разложил и хочу показать его именно как манеж. Это у нас классический манеж. Вот у нас получается внизу дно, основание мягенькое. Ребенок даже если свалится, там он не ударится. Все у нас сделано очень качественно. Сборка идеальная. Просто все материалы сделаны именно так, назовем их так, антивандальные, наверное. Вот. Кстати, на всех четырех ножках есть колесики, поэтому передвигаться по квартире можно легко и без проблем. Соответственно, как манеж, это банально. Все просто. Манеж, ограждение. Кстати, технические характеристики, килограммы, высота, глубина, ширина. Все это в описании по ссылке. Я добавлю ссылку на магазин First Buggy. Там пройдите, посмотрите, почитайте. Можете дать историю бренда этого посмотреть. Достаточно интересная компания на самом деле. Вот. Но я вам теперь покажу сейчас, как он у нас переделывается для кроватки. В первую очередь, когда ребенок вырастет, ну не в первую, получается, во вторую очередь, пардон. Когда ребенок вырастет, вы идете в детский мир и покупаете сюда под размер манежа именно матрасик полноценный. И так у вас ребенок, вплоть там, не знаю, до 3-4 лет, сможет сюда помещаться и спать нормально. Вы можете использовать ее как кроватку уже на долгий период. Если же у вас нет такой задачи и вам нужна кроватка именно только пока он совсем маленький, нам для этого нужно будет использовать идущий в комплекте верхний этаж, назовем его так, этого манежа. И сейчас я вам одену, все покажу. Здесь у нас есть вот такие специальные крючки, которые вот так цепляем. Они у нас так для жесткости, для надежности использованы. Вот так вот цепляем. Здесь тоже это все цепляем. И все очень прочно. Не переживайте, что там оно провалится, порвется. Никогда в жизни такого не было и не будет. Потом вот так заворачиваем. Так, предварительно давайте я вытащу второй этот основание, дно, потому что оно нам понадобится сейчас. Да, не делайте это как я, сначала его вытащите, а потом ставьте второй этаж. Так, потом фиксируем. Натягиваем. Вот так вот до конца. Все, у нас второй этаж готов. И чтобы им полноценно пользоваться, вот это дно у нас разбирается. И крайние части отсюда демонтируются. Вот. Соответственно, теперь мы получаем основание, дно для верхнего этажа. Также можете купить небольшой матрасик под размер в магазине, если вам это нужно. И, соответственно, положить, если хотите, чтобы здесь было еще мягче. Но на самом деле, это вот основание, оно достаточно мягкое, и маленькому ребенку будет этого достаточно. Так, тут у нас спит младенец.
приблизительно до полугода ребенок спокойно может здесь спать. И еще бонусом в комплекте идет вот такой вот пеленальный столик, который у нас вот сбоку крепится и откидывается в сторонку, чтобы он, если вам мешает, можно его убрать. Соответственно, вот так мы пеленаем, кладем поспать. Очень удобно. Кстати, пеленальный столик полностью выполнен из типа полиэтилена, что-то хоть под краном мойте. В общем, очень практично и удобно. Вот. Вот, собственно, это вот вариант использования манежа как кроватка. До полугода где-то вот на втором этаже, с полугода где-то до трех, там скольки помещается еще ребенок, мы используем нижний этаж. И плюс, естественно, как на ножках встал ребенок, используем его как манеж по прямому назначению. Как по мне, очень достойная, интересная идея. Вот сложили, убрали под кровать, в шкаф, там куда-то в кладовку, в гардеробную, и он вам не мешает. Куда-то едете, взяли с собой. Действительно, очень удобно. Давайте, кстати, я вам покажу, каким он может быть компактным, если мы его складываем. Уберу сейчас быстренько вот этот этаж. Второй ярус. И сложим его. И что самое главное, инженеры Formams сделали конструкцию таким образом, что достаточно просто потянуть внизу за ремешок, и она сама вся складывается, просто тянем наверх. Обычно нужно было здесь щелкнуть, там щелкнуть, что-то щелкнуть, потом что-то дернуть. Здесь не страдаем, просто тянем и все. Смотрите, каким он может быть компактным. Все, тянем вверх. В комплекте идет, кстати, сумка транспортировочная, обычная черная сумка, как спортивная на фитнес, да, в размер, четко в размер этого манежа. Соответственно, уложили манеж в сумку и вперед. Можно ехать, путешествовать или куда-то транспортировать. Чтобы разложить, достали, нажимаем. Все, распорки делают свое дело, он весь натягивается, он очень мощно и качественно сделан. Вот смотрите, как там конструкция снизу сделана, с дополнительными еще ножками посередине, чтобы ничего не прогибалось. Действительно, все круто сделано. Вот, мое мнение, пора действительно уже забывать об этих классических, здоровых, неудобных кроватках, особенно сейчас в малогабаритных квартирах, места мало, надо его как-то экономить многим людям. И, соответственно, это, я считаю, очень грамотный вот подход к этому делу. Плюс у вас действительно классный манеж. Как по мне, классная вещь. Напоминаю, ссылка внизу на этот манеж будет в описании, на магазин First Bug. Если в обзоре вам понравилось, кстати, ставьте свой лайк. Если есть вопросы, вы задавайте в комментариях. И внизу в описании есть ссылка на First Buggy магазин. Заказывайте или день в день, или на следующий день вам его привезут. А мое мнение таково, что это действительно супер крутой манеж за адекватные деньги. Если вы учитываете, что это вы кровать купили и манеж, то вы сильно еще и экономите. Поэтому добро пожаловать к нам в магазин First Buggy. И я в свою очередь хочу пожелать вам сделать хороший грамотный выбор манежа, кроватки для вашего ребенка. И удачи, пока!